вдруг в жизни Джаред окажется не таким? О, что ему сказать? Сегодня я в школу не пойду! Хватит нести чепуху, Цветик! Смотри! Снежный день! Выходной! Жаль, что ты не увидишься со своим женихом. Да, очень жаль. Ну что же, пора покорять склон Фитцморриса. Плюшек. Монстр скорости. Старушка Бетти, классика. Итак, дамы, последняя покупает мне какао. Эй, я еще не сказала старт. Старт? Хорошо! Никто не уважает освещенные временем традиции снежных гонок! Старые добрые санки! Но как ими управлять? Неплохо! Надеюсь, это не все, что ты умеешь! Я добавляю в какао взбитые зайцы! Странно! Зайцы? Зайчики? Ура! Эй-эй! Может, все-таки поможешь, сестричка? Показать тебе еще один трюк! Ледяное дыхание! Мне, пожалуйста, большую чашку! Так уж и быть. Угощу вас какао. Жалко, скоро весь снег растает. Это точно. Завтра опять идти в школу. Джаред! Джаред! Джаред, а вот и твое какао. О, здорово! Спасибо! Вкуснота! О, нет! Я же не решила, что ответить. Мне нужно время. Осторожно, не обожгись. Мне нужно время. Подумаешь, еще один снежный день. Снежный вестник. День 30. Итак, Боб, на улице снова холодно, но хуже другое. Таунсвиль переполнен Йети. Вестник Йети, день 1. И не говори, Ник. Судя по всему, их привлек к нам снег. Что привело вас в Таунсвиль? О, да, у нас чудесный городок. Отличный зимний курорт. Ах, ты прав, дорогой. Швейцарским Альпам до него далеко. Ух ты, Йети! Йети! Мало нам снега, теперь еще Йети! Наверняка они неплохие ребята. Мне надоел этот снег. Не думала, что я это скажу. Я хочу в школу. Я тоже. У меня заморозились мозги и... хочу в школу. Я скучаю по запаху учебников по утрам. О да, Цветик, ты, наверное, в ярости от этого снега. Ты не видела своего жениха уже целый месяц. Да! Он мне вовсе не жених. И я люблю снег. А вы разве нет? Бежим кататься? Люблю кататься. Кататься – это весело. По-моему, у нее ветер в голове. Эй, а как же наш любимый склон? Лыжный курорт Йети? Так. Нашу гору захватили Йети. Ничего страшного, Пестик. На склоне хватит места для всех. О-о! Я очень сожалею, но для вас места не хватит. Вам придется покинуть гору. Здесь развлекаются Йети. Неужели? Сейчас я развлекусь, намяв тебе бока, мохнатый! Нет, Пестик, это нехорошо. Мы найдем себе другое место. Людишки. Нет, эти Йети просто грубияны! Пускай возвращаются в сугроб, из которого вылезли! Да, хорошо бы весь снег растаял, Йети ушли домой, а к нам вернулась бы весна! Я бы тоже хотела вернуть весну. О, вообще-то это было личное. Так значит, это твоя работа! А мы думали, это глобальное похолодание! Но я не хотела! Я так волновалась из-за ответа Джареду, и мне нужно было еще подумать! И вот я решила немного задержать зиму. На месяц? Но вы же любите...